Здравствуйте, это Зеба Академи, и в этом видео мы будем изучать межзвездную коммуникацию, обмен сообщениями через огромные расстояния космоса. Ученые и инженеры по всему миру разрабатывают инновационные методы межзвездной связи, от использования радиоволн и лазерных сигналов до экспериментов с квантовой телепортацией. Исследования в этой области находятся на переднем крае науки и техники. С начала освоения космоса радиоволны были основным средством связи с космическими аппаратами и небесными телами. Они могут преодолевать огромные расстояния, позволяя нам слышать эхо Вселенной. Но есть проблема. Сигналы распространяются не очень быстро и могут искажаться или теряться. Лазерная связь дает возможность увеличить скорость передачи данных и повысить точность. С ее помощью ученые могут достичь высокой точности и даже попытаться установить связь с отдаленными звездными системами. Одной из самых впечатляющих областей исследований является квантовая телепортация. Этот метод позволяет передавать информацию мгновенно, несмотря на огромные расстояния. Хотя технология все еще находится на стадии исследований, ее потенциал впечатляет. Независимо от выбранного метода, с межзвездной связью связаны многочисленные проблемы, такие как временные задержки и потеря сигнала. Но разработки продолжаются, и ученые верят в возможность достижения прорыва в области межзвездной связи. Межзвездная связь — сложная и увлекательная область научных исследований. Несмотря на сложности и технологические вызовы, ученые и инженеры по всему миру продолжают стремиться к созданию надежных и эффективных методов связи на просторах Вселенной. Этот путь открывает перед нами новые горизонты в понимании Вселенной и нашего места в ней. Спасибо за просмотр, и не забудьте подписаться на Зеба Академи, чтобы получать больше интересных видео.